Они решили не приходить на батл. А можно два круга, а то не видно, два дня. Да. Вот. Ну, то есть, так как преподавательский бах, соответственно, здесь мы как бы не решаем, ну, как ребята решат свою часть проводить, а они захотят и так будут проводить, мы будем проводить круги в центре, соответственно. Ну, то есть, когда мы будем... Мы тоже. Они тоже, видите, они уже появились, да, как мы это делаем. Вот, ну что, итак, аплодисменты. Антон Кузняк и Анна Желтова. И Павел Собирай, и Даша Елизарова. Елизарова. Идемте тогда сразу туда прям выйдем. Идемте сразу, мы здесь выйдем. Будем нормально. Так, по-батовски. Вот, главное, крутанутся. Крутани, да, мы вот здесь стоим. Здесь и так. Давайте кто же будет первый делать свой итог. И первый. Ставку Бога 5-5. Ставку Бога. Давай еще разочек тоже у нас. Да блин! Ну что, поставим реже, да. Итак, Антон Лужняк и Анна Желтова. Первый очередь. Интегрируем другие стили танцевания. Применяем. Мы сейчас с вами будем вставлять элементы линейной салсы в басят. Внимание! Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Раз, два, три, четыре. Стой. На мой взгляд, лично на мой взгляд, нужно все равно все элементы из других стилей адаптировать на тот танец, который мы танцуем. То есть не должно быть ярко видно, на мой взгляд, не должно быть ярко видно, что это какие-то вещи из другого стиля. То есть должно быть все гармонично. В конце часа мы можем это записать, если вы хотите. Ну что-то мы просто продемонстрируем вам. Любой трек. Вот мы с вами. Очень долгий путь, ждем вступление, но сейчас надо закончится. Вы прикалываетесь? Ань, ставь свою музыку, видишь, какая игра пошла. Сальсу как бы интегрировать в бачату, ну это такие, знаете, еще братья, сестры, а? Еще атака Альман это сделали. Ну я как преподаватель танго, конечно же, интегрирую из хип-хопа, вот, и мы и, соответственно, мы немножечко возьмем танец, который все ассоциируется с другими вещами. Это танец поппинг. Речь, я думаю, вы наверняка видели в там, ютубчике такие разные видео, где танцуют как роботы, ну, то есть все время фиксируются и так далее. Мы сейчас попробуем научиться, как вообще это сделать. Вы умеете так делать? Нет, такой фигни мы точно не учили. Итак, для этого мне сейчас понадобится как бы музло, я включу музло. Ну, поставил, ладно? Да. Но у меня свое, я поставлю сам. Вот. Бьем, ну что-то. Бэм, бэм, сюда. Тум. Голова жестко двигается вперед и сразу расслабляется. Ага. Нормально? Начать.
Ну, вы поняли, можно и сальсу, и попим все. Мы, давайте, ребачаты, сальсу немножко, но покажем танго. Почему картада? Картада переводится как прервать, прерванная. То есть партнерша идет на шаг, но я ее останавливаю. Я не останавливаю после рейдинговой кнопки. Только результат попинг. И потом думаю, завожу в ТС. Я попробую ножку запихать подальше. Это легально. Запихаю я сейчас. Вот. И раз, два, три, четыре. И делаю вот так. Смотрите, когда я буду разворачивать партнершу, партнерша на мою ногу наткнулась. И она как бы ее обнимает, обволакивает. В 16-м году, когда мы давали подобные классы, на нас смотрели как на сумасшедших. Но здесь, походу, можно. Ваша связка лучше. Сейчас мы запихиваем поглубже, помните, да? Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Ваш ботиночек проскользнул. Да, побольше. Я стою сейчас вот в такой позиции. И теперь я просто вырастаю наверх. И девушка поднимает коленочку, острее колено. Вот, это красиво. Вы не переживайте, да. Там нужно... Отсюда посмотрите, я разворачиваю партнершу сюда. Да. И делаем спуск вниз. Мы приседаем, да, на правой коленке, левая нога назад. Вы сейчас выучите несколько штучек из сивока, придете не в правильный район и станцуете его, то вас могут там и убить за это. Они, например, когда собирались идти на дело, они как бы, ну, рисовали ногами, кого они там пойдут убивать, кого пойдут грабить и так далее. Такой вот очень добрый стиль. Вот это ощущение, от этого ощущения вы должны отталкиваться, когда вы делаете. Передняя пяточка, да. Вы отталкиваетесь вот этой ногой от пола. Кто вчера был на классах у Ли, знает про давление, про попытку оттолкнуться от земли. Теперь ставите здесь на полупальцы и подтягивайте эту. Вытягиваете, и, соответственно, у вас получается, ну, такая типа лунная походка. И прям сильно давим, давим, давим. Сопроводить партнершу basic ее, либо прям оставаться здесь. Ага. Окей. Раз, два, три, ай! Окей, она не может собрать. Ваша ногу. Правая ножка встала нам в бок. Ногу. И дальше, я просто, ребят, просто приседаю на левой ноге. Просто приседаю. А танго мы скручиваемся сверху, по спирали, сверху. Вот таким образом. Это сейчас трудно сделать. Вот. Потому что в наших танцах мы поворачиваемся здесь. И вот так вот. Покрутимся вот по этой сфере. Отлично. Если партнерша чуть-чуть заламывает стопу, да? Аню, сделай, пожалуйста. Сделай. Видите, ножка очень элегантно смотрится в этот момент. Стопа очень красивая. Верни обратно. Видите? Кто потер, скажите. Я бы все потерла. Все потерла. Мучите женщину. Вниз наверх. Не болтайте ее. Сами по чуть-чуть. Дайте ей там возможность покрасоваться. Получилось? Да. Спасибо большое. Танго разное, вот есть то, что как бы, ну, то есть то, что Антон показывает, ну, как бы лет 100 назад, может, так и танцевали, такое танго. 60, ладно, хорошо, 60. Вот, если вы чувствуете себя как-то, ну, примерно релевантно этому возрасту, то все окей. Вот, значит, будет новое, то есть. Колено в колено. Ага. Увожу ее назад и ставлю ногу сюда. То есть, смотрите, я должен ее сначала запустить ее ногу на себя, и после этого вытянуть и уйти вниз. И подкидываем вторую ногу, забираем. И вернуть обратно. Так, вот такой
современное танго. И первый шуковин. Сколько у нас на времени, кстати, случилось? Минута. И 15 секунд. Последние 15 секунд мы сделаем. Итак, наш батл закончен. Мы пытались интегрировать что-то в бачату.